Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. Аналитика SwissQuote». И сейчас мы посмотрим с вами, что видят аналитики SwissQuote на русском языке, естественно, их обзор. И посмотрим, как это выглядит сейчас на графиках. Сам обзор был сделан в 7 утра по московскому времени. И посмотрим, как это выглядит на графиках сейчас. И что на этом можно заработать. Графики, естественно, будем смотреть MetaTrader 4 компании SwissQuote, потому что именно на этой платформе у нас и есть MAM-счета, по которым многие торгуют, а еще больше количество людей собирается торговать, поскольку швейцарская юрисдикция сейчас очень привлекательна. Как у самих трейдеров, так и у инвесторов. Ну, соответственно, естественно, и управляющие активами тоже реагируют на это. Итак, друзья, под главным экраном в центре SwissQuote Bank обзор рынков. Всех приглашаю каждое утро. Напомню, что в 7.20, 7.30 утра появляется здесь обзор уже. Поэтому нажимаете смело на этот баннер в любое время и видите актуальный обзор. Сегодня эта тема называется «Сырая нефть WTI. Бычий настрой при прорыве вверх $56 за баррель». Естественно, имеется в виду. Находим слово «русский», нажимаем и попадаем на страничку обзора. Евро-доллар сегодня под давлением и видят его на 1.1140. Напомню, в 7 утра это все было. Сейчас у нас текущая 1.1177. Пока в плюсе, пока отбиваемся. Далее. Фунт-доллар, друзья, видят вниз, коллеги, 1.2015. Давайте посмотрим, что сейчас на фунте. 1.2072. Тоже вниз не пошли. Ну, во-первых, день плюсовой по фунту в моменте. И это уже само за себя говорит. Далее, коллеги, после фунта идет доллар-иена, тоже вниз. Посмотрите, как интересно. 105.65 ждут на этой паре. Давайте посмотрим, что в моменте на доллар-иене. 106.43. Нет, пока глобального снижения нет, пока этот план не хочет работать. Доллар-франк, друзья, ждут его наверх, выше 0.9780. Давайте посмотрим, что у нас по факту. Доллар-франк 0.9739. Угу. Понятно. Некоторое снижение есть, но не глобальное, скажем так, но роста, естественно, нет никакого. То есть вот эта цель обозначенная, она далека от своей реализации. Да? Доллар-канадец ждут вниз, коллеги, 1.3180. Давайте смотреть доллар-канадец, что у нас в моменте. 1.3242. Слушайте, доллар удивил. Удивил. Его ждут вниз, а он лезет наверх. Австралийский доллар ждут, коллеги, на 0.6830. Наверху ждут, а мы смотрим австралийца внизу. 0.6766, да. Глобально доллар всех сегодня обхитрил, друзья. Взял, понимаешь, и укрепился. Доллар турецкая лира ждут наверх. 5.6160. ДАКС ждут наверх. 11.985. А давайте посмотрим ДАКС. У меня уже есть, напомню, D30. Это вот ДАКС. 11.656.
вниз сегодня, это часовой график, sorry, вниз сегодня 11655, да, а его ждут на 11985. Нет, по DAX-у сегодня тоже не сложилось. Это просто DAX-а. S&P 500 ждут наверх 2976. Смотрим S&P 500. 2914 тоже вниз стоит. Вниз стоит, роста нет вообще никакого, да? Напомню, мы смотрим MetaTrader 4 компании SwissQuote. Да, сегодня трудный день в аналитике, кстати, наших коллег. Золото ждут вниз на 1479. Давайте смотреть, что у нас по золоту в моменте. 1500. Стоим в легком минусе практически на открытии. Во всяком случае, эту позицию еще пока не сдали. Поэтому 1479 пока не видно. Серебро ждут вниз на 16,66. Вторая нефть WTI ждут наверх на 58. Давайте смотреть, что сейчас у нас показывает WTI. Напомню, что монета сегодня показала buy 56,32. Да, пока утолкать наверх не удалось, коллеги. Пока в минусе этот инструмент. Вот такие, друзья, прогнозы на сегодня. И я хочу отметить, что на сегодня прогнозы достаточно сложные. Прямо скажем, сложные прогнозы. Не так все просто. Вот. Доллар удивил, и поэтому прогнозы, я бы сказал, на вырос, на перспективу. Вот такой обзор рынков, друзья, от SwissQuote сегодня. Всем удачи, хорошего настроения.